Рекламно-информационная программа. «11.06» в Кирове. Начинается программа «Разворот на бизнес». Студия Олег Прохоренко и Светлана Занько. Партнер программы «Разворот на бизнес» – кировский завод «Сельмаш». Добрый день всем. Здравствуйте, коллеги. У нас сегодня очень интересная тема. Эта тема приурочена к тем событиям, которые прямо сейчас проходят в Кировской области, непосредственно в областном центре на прилегающих территориях. Мероприятие очень серьезное, и я вам скажу, что вряд ли большое количество наших слушателей о нем знают, потому что я не видела ни в средствах массовой информации, ни, к сожалению, на сайте правительства заранее выложенных каких-то обширных материалов, но нам с Олегом, безусловно, не просто показалось, очевидным стало, что это очень серьезное и значимое мероприятие для Кировской области, потому что мы так и тему обозначили сегодня. Она звучит следующим образом. Племя молодое или племенная работа в Кировской области, от кого и от чего зависит 9% ВВП области. Задумайтесь, 9% ВВП, ни один, ни полтора, ВВП, ни два. Регионального продукта, но да, это почти десятая часть всех поступлений в бюджет, которые есть. И вы удивитесь, о чем идет речь. Но речь идет действительно о племенной работе в животноводстве в Кировской области. И прямо сейчас в Кировской области проходит всемирный конкурс на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота. И, поправьте меня, если я не права, первый всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди зоотехников селекционеров 2018. Правда? Только не всемирный, а всероссийский. 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 Смотрите-ка, я все укрупняю. Я смотрю вперед. Что такое мероприятие, мы волнуемся. Я считаю, что это очень, да. И вы волнуетесь вместе с нами. Алексей Алексеевич Котлячков сейчас уже меня поправлял в эфире. Алексей Алексеевич Котлячков, министр сельского хозяйства Кировской области. Представляем наших гостей. Добрый день. Здравствуйте. Владимир Яговкин, депутат областного законодательного собрания, председатель комитета по аграрным вопросам, развитию сельхозтерритории, переработки сельхозпродукции, предпринимательству и торговле. Владимир Валентинович, здравствуйте. Добрый день. Борис Ожегин. Ожегин? Ожегин. Ожегин, я права, была хоть первый раз здесь не ошиблась. Борис Ожегин, руководитель СХПК имени Кирова, это Оричи. Борис Ананич, добрый день. Здравствуйте. Программа у нас, как всегда, продолжается 2 часа. Краткая версия программы будет в свежем номере газеты «Бизнес-новости» с фотографиями наших гостей, с основными ключевыми мыслями, инфографикой. И вот эти ключевые мысли мы должны сегодня выделить в течение эфира. Вот для затравки я скажу пару цифр, специально зашел на сайт Кировской. Часто люди обращаются, смотрят, и в публикациях это фигурирует, о том, что у нас поголовье, ну там данные с 2000 года по 2017 год, поголовье крупного рогатого скота в области сократилось значительно, с 570 до 238 тысяч голов. При этом производство молока осталось на прежнем уровне практически, что 2000 год 673 тысячи тонн, что 2017 год 642 тысячи тонн, ну то есть там с небольшими перепадами в плюс-минус, но сохраняется. И происходит ли это за счет как раз правильной работы и селекционной в том числе? Мы говорили перед эфиром, что из двух составляющих основных это... Не расшифровываю. Происходит ли за счет правильной селекционной работы, генетики и так далее, то есть когда сокращается поголовье естественным образом, при этом остаются объемы производства молока на прежнем уровне. Вот этот вопрос адресуем тогда Алексею Алексеевичу Котлячкову, ну и, естественно, проанонсируем сегодняшнее событие. То, что вы привели, это в соответствии с действительностью. Но надо сказать, что то направление, эта тема, которую мы сегодня здесь обсуждаем, это очень сложная тема. Когда мы приходим в магазин, мы видим молочную продукцию, мясную продукцию, и рядовые граждане, они, к нашему сожалению, да, мало понимают и все меньше понимают, а все-таки как сложно это в жизни происходит, как это произвести. Мы всегда говорим в жизни все больше и больше о производительности труда. Вот если к 2000 году вернуться, а если к советскому времени вернуться, где я успел поработать и в качестве специалиста сельского хозяйства, и в качестве руководителя, то надо сказать, конечно, что мы сейчас шагнули очень далеко вперед. Значит, две составляющие вообще в животноводстве. Это кормовая база и селекционно-племенная работа.
все лекции мы слышим сейчас от руководства страны, в обществе слышим, мы отстали от мира, вообще отстали. Не только в животноводстве, мы отстали во многом. Она почти отсутствует в Российской Федерации. И задача стоит, и президентом поставлена, и правительством России, конечно, это одно направление, снять зависимость, уменьшить зависимость от импорта, в том числе и в племенном скоте. В 2008 году Россия объявила нацпроекты. Их несколько было, 4 нацпроекта, в том числе по сельскому хозяйству. В рамках этого нацпроекта были выделены деньги, а деньги выделены на субсидирование процентных ставок. Это было впервые. Был обкатан там пилотный проект, и после этого был объявлен нацпроект, и этот механизм заработал. То есть сельхозпредприятие берет кредит и покупает скот. В России количество скота при тех потребностях, которые у нас были, скот был, но продуктивного не было. То есть мы должны понимать, что нам не просто скот нужен, да? Нам нужна корова, если мы говорим сегодня о молочном животноводстве. Тема это связана с тем мероприятием, о котором вы, Светлана, сказали. Это корова, ну, грубо скажу, но я его применяю в своей работе. Это машина по производству денег для сельхозтоваропроизводителя. То есть корова, она должна работать, она должна покрываться, она должна давать теленочка, она должна давать молоко. Молоко – это для крестьянина деньги. Поэтому продуктивность очень важная составляющая. В советское время было много коров, но было очень мало племенного скота, и был уровень продуктивности очень низкий. Нарабатывались до пота, а результата нет. Это надо признавать и правильно понимать. Когда открылись ворота, когда перестройка случилась, когда стали в мире в другом жить, появилась вот эта возможность все-таки приобрести другой скот, чтобы не просто наработаться, пот вытереть, а наработаться и получить доход. Мы все-таки об этом говорим. Мы говорим об экономике сельхозпредприятий. Значит, нацпроект, в рамках нацпроекта Россия стала покупать очень много скота за рубежом. Просто много. Мы должны понимать, что от себя отдают, тем более при той, как бы сразу поток пошел. А где его взять? Это не токарный станок, который можно запустить в три смены. Конъюнктура появилась на рынке гаек, болтов. Станок запустили в три смены вместо одного. Это животное с 9 месяцем беременности. То есть это же такой процесс цикличный. Значит, много очень импортного скота привезли в Россию. Это герефорды. Не-не-не, герефорды – это мясная порода. Мясо. Это мясная порода. Мы говорим про молочное скотоводство. То есть в рамках национального проекта все направления были – птицеводство, свиноводство. То есть весь скот закупался. Мы говорим о молочном животноводстве как самым тяжелым. Птицеводство и мясное скотоводство, то есть птицеводство и свиноводство, это быстро оборачиваемое. Быстрый цикл. Да, быстрый большое цикл. Большое количество, да, потомства. Здесь, да, и быстрый цикл совершенно правильно, вообще вы разбираетесь, молодец. Значит, Кировская область в этом процессе не участвовала. Значит, с советского времени у нас работает племобъединение. Это племобъединение, оно имеет быков, от которых получает сперму. У нас по сравнению с другими регионами, не со всеми, мы когда говорим, что мы пятые имеем по продуктивности, пятые в России, это обозначаем по молоку, да, это очень важный показатель, это показатель технологичности производства, то есть как мы научились работать со скотом. Так вот, мы импортный скот в рамках этой программы не закупали, а через племобъединение мы из нашего бюджета помогаем племобъединению приобрести племенной скот, лучший скот там выбираем, потому что нам немного надо быков. Германия, Голландия, Канада, Штаты, Америка, Соединенные Штаты, Белоруссия, Россия. То есть у нас есть такое понятие селекционно-племенная работа, и у большинства сельхозпредприятий есть план селекционно-племенной работы. Через этот план идет искусственное семенение. То есть там большая такая кропотливая внутренняя работа, где подбираются быки-производители по продуктивности. Я так далеко не буду уходить, но как бы такое понятие дам. По продуктивности мамы. Гены. Через гены.
Значит, мы в этом не участвовали, понимая, что у нас эта работа уже давно выстроена. Мы понимали, что скот, привезенный из-за рубежа, он не адаптируется здесь сразу. И мы видим, что в России до 50% скота ушло. Умерли. С ферм. Ну, нельзя сказать, что умерли. Они не адаптировались. Они были выбраканы. Угу. Вот правильно слово, даже вы мне подсказали. Их выбраковали, потому что они не смогли давать ту продуктивность, на которую генетика рассчитана. Вот там, условно говоря, у себя в Австрии или у себя в Беларуси они дают одну продуктивность, а в России при наших климатических условиях и кормовой базе другие, дают нас... другую продуктивность. Ну, да, даже помните, там в свое время, когда ребята в армии служили, на Дальний Восток отправят, и они начинают там болеть. Допустим, почему с Коми у нас много переезжают людей сюда жить, потому что для них, если южнее, то они не адаптируются там. Так и здесь происходит. 3 года назад у нас министр сельского хозяйства России нас собирал, 4 региона, как раз на эту тему, как всю работу выстроить, потому как импортного скота накупили, а на рынке племенного скота мало. Где он? Вот сейчас на этой точке мы прервемся на полминуты и продолжим наш разговор. Очень интересно. Я чувствую, что можно с Алексеем Алексеевичем на день здесь остаться. И он нам расскажет все подробности, но время бежит вперед. И мы продолжим через полминуты. Продолжаем разговор. Племенная работа в Кировской области. От кого и от чего зависит 9% ВРП области. Мы ведем разговор с Алексеем Кадлячковым, министром сельского хозяйства Кировской области. Владимир Яговкин здесь с нами, депутат УЗС, председатель комитета по аграрным вопросам. Борис Ожегин, руководитель СХПК имени Кирова Оричи. Знаете, я, честно говоря, я понимаю, что мы давно не обращались к этой теме. Для меня удивительно звучат в том числе и сроки по племенным стадам, потому что действительно занавес рухнул очень давно. Прошло уже несколько десятилетий, и удивительно, что в 2008 году, всего 10 лет назад, озаботилось правительство тем, что тот поток племенного скота, который закупался за рубежом, по факту, оказывается, мы не отследили, не посмотрели. В 2008 году, 10 лет назад, он начал закупаться, да, с помощью закупали хозяйство раньше самостоятельно. Да, вот как могли, так и закупали. 10 лет назад правительство... Давайте спросим. Владимир Валентинович. 10 лет назад скот невыгодно закупать, выгодно купить семя. Поэтому раньше покупалось семя для того, чтобы... До 2008 года. Да. Просто да, дозы закупались. Да. Да. А в связи с тем, что начал развиваться нацпроект, потребовалось большое количество поголовья. А когда ускорить правительство процесс. Сказало, что давайте не будем зависеть от импорта, давайте свое племенное стадо заводить, да, своих быков, собственно говоря, вот тогда, в 2008 году, стали стало смотреть... Стали завозить не быков, а стали завозить маточное поголовье нителей. Нителей. Да, то есть она будущих покрытая... Коров. Будущих коров. Будущих коров. Будущих чтобы ускорить коров. Процесс, и государство стало помогать. Вы берите кредит, мы вам компенсируем часть процентной ставки. Да. И уже от этих коров? Да, будут, получается, и сами они будут доить, и будут и получать телочки. А там и телочки, и бычки. И получается. Их тоже отбирают, бычков, а потом для дальше, племенного стада. Естественно. Ну, там, вот, там очень низкий процент бычков. Может, вот давайте я вам подробно на примере давайте, Красногорского Владимир расскажу. Яговкин. Когда в 2008 году пошел нацпроект, в Красногорском построили комплекс на 1800 дойных коров. До этого в хозяйстве было 600. Чтобы наполнить, в 3 раза больше. Да, чтобы наполнить, мы практически по всей Кировской области покупали нителей, ну, по продуктивности, чтобы не ниже 7 тысяч килограмм. Но это очень многое потребовалось обойти хозяйство, чтобы вот именно по факту строительства наполнить эти дворы и запустить производство. А из-за границы производство. Вы не покупали? Из-за границы только тогда Кировская не область. Покупалось. Только даже в Кировской области. Даже не регионы области. Российской Федерации. Ну, во-первых, вы и по продуктивности. Вы выбрали всех, наверное, самых продуктивных. Ну, практически, да. Это все были лучшие хозяйства Кировской области, хозяйства ассоциации «Вятка Плем». Поэтому вот так мы вышли из ситуации. Но импортный скот мы не покупали. Вот вернемся к этой теме, да? Вот министр нас собрал. И стали обсуждать тему. А что министр дальше? Сельского хозяйства России, конечно. Стали обсуждать вопрос. 4 региона, как бы самые, которые умеют работать, и в чем вопрос, а как дальше вести. И то мероприятие, которое здесь, я все-таки к нему вернусь, да, 15-й конкурс ассиминаторов, он 15-й в России.
раз в два года проводится. И первый, да, и первый зоотехников-селекционеров в России, первый. И Москва решила объединить два в одном. И еще провести здесь совещание, посвященное селекционно-племенной работе. Она 61 будет? Регион. Сегодня у нас идет подготовка, как вы сказали, да, тут уже приезжают и регионы, и судьи. Здесь же соберется 350 человек. 350 человек, да, специалистов, которые победители конкурсов в каждой регионе, приедут специалисты, которые будут участвовать в этом совещании. Тема очень важная для России, как она давно уже назрела, эта тема, но вот Россия, как бы министерство собралось здесь это проводить. Поэтому завтра у нас будет в 10 часов открытие на базе Красногорского. Здесь, потому что выбрано пригородное хозяйство. Там для конкурса нужен дом культуры. Там 6 групп. Там должен нам нужна ферма для ассиминаторов. Она будет отдельно огорожена. Там подобрано поголовье, где будет в доме культуры теоретическая часть проходить у этих 6 групп. Так по потоку пойдет. А на ферме уже практическая поголовье часть. Поголовье наше? Да, конечно. Да. От Красногорского. Все, оно там выделено специально. Поголовье. Значит, открытие, конкурс, остальных мы перевозим в сельхозакадемию, там будет совещание. Это представители, ну, типа меня, моей должности, или заместители министров, кто приедут из регионов, и будет большое совещание с 14 до 16, да, конечно, регионов, да, и будет обсуждаться. Сейчас вот 12 часов прилетает директор департамента животноводства, и мы с ним начнем уже тоже работать сегодня. То есть важная тема. Мы Кировская область, племенной скот из-за рубежа не покупали. Мы работаем через искусственное семенение уже много лет. О чем я сказал, что покупаем быков на племобъединении. Искусственное семенение сегодня у нас 99%. Есть такое понятие «большое молоко». У нас такого понятия в Кировской области нет. Потому что у нас растелы сдвинуты, потому что много кроется в других регионах быками на пастбище. Что такое большое молоко? Это когда приходит лето, коровки уже выходят на свободный зеленый выгул. Корм, на выгул, и получается большое молоко. Но кроме того, что в большинстве регионов они в это время еще гуляют с быками и покрываются, если так уйти глубоко в тему. То есть естественное семенение, оно происходит в определенные периоды, и потом растелы у них подходят, да. Когда корова растелилась, у нее начинается, ну, она больше доит после растела. Значит, ну, как естественно в природе у всех. Вот. И получается, там, где не искусственное семенение, значит, большое молоко и по природе своей корова начинает доить, да еще выйдет на свежую травку, и получается двойной эффект и большое молоко. Как правило, вот из истории, я же уже как бы так все прошел, давно работаю, и директором работал, спрос или цена в летний период на молоко падала. Потому что потребление города падает. И это плохо горожане. Для хозяйства. И переработчики думали, куда его девать, естественно. И затоваривались естественно. Маслом. Вот когда мы говорим, там, мы интересны вообще для переработчиков, не только внутри региона, а для других, это они сами говорят. У вас ровно производство молока, что зимой, что летом. Потому как ну, для переработчика оно так и должно быть. Вот это селекционно-племенная работа, к которой я возвращаюсь снова, значит, тема будет обсуждаться здесь потому, что как бы и показательный пример. Там я буду выступать, рассказывать, за счет чего за много лет идет улучшение стада, но оно не просто улучшение стада, его надо накормить. Мы проходили, когда хозяйство возьмет и купит племенной скот, но плохо накормит, это хуже еще того бывает. Поэтому здесь у нас строгая работа идет, и мы семинары проводим на базе вот таких хозяйств, как у Бориса Ананьевича. Давайте Борису Потому Ананьевичу что нас, перейдем. Чиновников, Светлана, два слова еще скажу. Нас, чиновников, не всегда слушают. Когда бы ты профессионал не был, ну, такое отношение, и мы это понимаем. Поэтому понимаем, мы проводим такие семинары на базе, когда вот как Борис Ананьевич выступит. Давно ли вам давно ли вы, Алексей Алексеевич, были в полях? Ставят на вид? Ну, Алексей Алексеевич в полях бывает еженедельно. Мы обсудили до эфира. Понедельник. Это комментарий к тому, что смотрите, я еще что хочу сказать вот в эту тему. Насколько, почему у нас это мероприятие, настолько развита у нас база, у нас 70% скота племенного. По России, там они только к 20 подходят вообще. Это как бы такой результат, ну, по работе.
о нем кричает, говорит о чем. Мы же внутри там, этого аграрного сообщества, эта работа идет и идет для того, чтобы уметь зарабатывать деньги. Деньги зарабатывать. Не именно продуктивность поднимать, а деньги. Тут тоже чем выше, тем больше затраты. Тут сбалансировать корм надо там и так далее. Все составляющие дорогие. Так вот, мы племенной скот продаем более чем в 20 регионов Российской Федерации. Это наши крестьяне продают материал. Это наш товар. Это наше достояние. Это вот за эти 10 лет мы сумели добиться таких результатов? Ну и раньше, ну так меньше. Мы шаг за шагом, у нас увеличивается количество племенных хозяйств. Алексей Алексеевич, это очень важно то, что вы сказали, что в Кировской области возник опыт, который в некоторой степени является уникальным, что мы смогли, благодаря ЭКО для коров, да, отрегулировать производительность этих коров по молоку, чтобы не было затарки. ЭКО, да? ЭКО это ты имеешь в виду? Искусственное осеменение, я имею в виду. Значит, сейчас, коллеги, а это случилось стихийно? Или это планово? Нет, конечно, это планово. Что значит стихийно? Тут не бывает стихийно. Там, где стихийно, вот я пришел на работу, я 15-й год работаю. Один руководитель района мне говорит: Алексей Алексеевич, помоги. Все вроде бы уже корма приготовлены, все достаточно, но нет продуктивности. Там 2000 и все. Когда специалисты посмотрели, в стаде бык. Бык работает с мамой, с сестрой. Какая может быть генетика, это еще наоборот ухудшение идет, да, родственной же связи не должно быть, родственных связей. Поэтому это такая многолетняя, кропотливая работа. Еще хочу сказать от темы, вы же потом мне слова не дадите больше. Хочу сказать, когда граждане едут по территории Кировской области и видят, что нет стадов, а где же скот-то? Вот дожили там у нас, да, не там Котлячков коровы. Довел, да, там да, вообще да. Уже все развалилось, нет скота, мы его не пасем. 70 с лишним процентов стада у нас не пасется. Я слышал интересную вещь, что коров надо держать в стойле, а свиней, наоборот, пасти. Вот смотрите. Для качества мяса, в частности, молока, наверное, пасти там, это как бы, ну, другой разговор, там есть тоже тема, в промышленном производстве не попасешь. Тема. Экономика. Я хочу как бы наших крестьян сказать, что они научились зарабатывать деньги. Когда корова весной, мы в советское время, я в очень развитом хозяйстве работал, но и то у нас сил не хватало, мы ждали зеленой травки, чтобы корову выгнать на пастбище, накормить. У нас не хватало селенки заготовить кормов. Сейчас техническое переоружение, которое прошло, у нас хватает сил заготовить в полном объеме кормов. Когда мы весной выгоняем коровку, у нее стресс в организме, она уходит с одного питания на другое содержание, да, и она, у нее спад по молоку идет. У нее, и на это уходит примерно месяц. Потом она адаптируется, да, ну, на себя, если переложить, примерно, да. Осенью происходит то же самое. Снова с летнего содержания она уходит на зимнее содержание, с другого с пастбищного, в стойло, у нее опять стресс, опять месяц уходит на это. Кормов не хватало. Сегодня кормов хватает. Называется там однотипный тип кормления. Однотипное кормление. То есть траншею заложили, из нее кормится коровка. Ее не гоняет. Два вопроса. Не хватало кормов, сейчас хватает. Второй вопрос спада по молоку. Крестьяне посчитали, выгоднее заготовить больше кормов, чем с коровой, которая молоко спадет. То есть это экономика. Наши крестьяне умеют зарабатывать и считать деньги, и над этим зарабатывать. Второй вопрос. Высокопродуктивное стадо. Его гонять на пастбище. Это большие, крупные коровы, травмы, маститы и так далее. То есть здесь в комплексе идет очень грамотное ведение сельскохозяйственного производства. Когда коллеги, едете и не видите коров на пастбище, не означает, что у нас их идет увеличение. Поголовье третий год, у нас идет увеличение поголовья коров. Это очень важно. Спасибо. Вот Борису Ананичу. Да, прервемся на полторы минуты и обсудим с Борисом Ананичем очень интересный вопрос как раз о качестве кормов, кормлении, да, и как это сказывается на молоке. Вот я как потребитель сейчас сижу и слушаю, думаю, ну вот в рекламе какого-нибудь там молока ты смотришь коров, которые пасутся на альпийских лугах, и вот именно это молоко самое классное, вкусное и полезное. А тут нам рассказывают, что коровы стоят в стойлах, их однотипный вид кормления, и у меня закладывается подозрение. А не сказывается ли это как-то на качестве молока? Вот мы об этом поговорим после короткого перерыва. Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш».
уникальным опытом работы, селекционной работы и работы с племенным стадом. Буквально завтра уже поделится Кировская область на всероссийском совещании, которое будет проводиться здесь, в Кирове. Мы освещаем то, что происходит сейчас в нашем регионе, и вспоминаем, как провелась эта работа, начиная с советских времен и заканчивая нынешним моментом. Очень много интересных вещей. Вот сейчас впервые я услышала на самом деле. Ну и, конечно, у меня был такой провокационный вопрос, но потребительский абсолютно перед нашим перерывом, потому что Алексей Алексеевич Котлячков рассказал, что сейчас коровы у нас имеют однотипный вид питания, они кормятся специальными кормами, комби-кормами. И комби-корма добавляются. Ну, вот. Есть идея, чтобы они видели зеленый цвет. Зачем ты все рассказываешь? Погоди, да, я свою повторю провокацию, да? Ну, то есть, а я сказала, что, конечно же, мы видим в рекламе, когда нам показывают молоко, коробочку, там коровка на альпийских лугах, значит, бабушка какая-нибудь тут же на лугах идет с букетиком цветов, и ты думаешь, ну как же так? Корова, которая пасется на лугу, она, наверное, даст более качественное, витаминизированное молоко, чем та, которая стоит в стойле. Однако мы понимаем, сейчас со слов министра сельского хозяйства Кировской области, что эффективнее, продуктивнее, чтобы корова была в стойле. Нет ли здесь противоречия между... Давайте мы сейчас, вот Борис Ананич будет говорить, и мы говорим, когда картинка на лугу, корова пасется, мы зададим вопрос руководителю. А сколько корова может корма скушать? Вот просто когда она травку с пастбища берет. Когда она работает берет. Сама. И сколько вообще в день надо корма? Вот для того, чтобы она выдала молока побольше. Да, Борис Ананич? Если сказать, вот вы сказали, что домик в деревне. Ну, я не... Да. В принципе, а на самом деле это молоко наше. Кировское. Наше молоко, вот я смотрю, у нас берут молоко в Оричах, увозят в Москву, перерабатывают, это домик в деревне приходит наш, это как раз фирма «Вимельдан», в которую мы сдаем молоко. Но оно уже ультрапастеризованное. Это занимаемся переработкой не мы, но молоко это наше. Часть этого молока наше. А, во-вторых, действительно, пасти или не пасти, это вопрос вставал, когда мы начинали этим заниматься. И понимаем, что действительно корова не съест. Вот если сегодня корова дает у нас, некоторые, вот я посмотрел по контрольной дойке, коровы дают по 56 литров молока. 56-58 есть коровы дают за день. А, как столько корова на пастбище, они не съест столько корма. Ей ни в каком разе зеленого корма просто не съесть. И она не даст такого количества молока, как она даст у нас на стойло, ну, я имею в виду, не стойло сейчас, содержание беспривязное, ну, на ферме. У них же сейчас, вот особенно при беспривязном содержании, мы строим новую ферму, вот только что нынче построили, запустили ферму на 500 голов, и там ведь видно корова, ей корм всегда в достатке, полностью. Она захотела, пришла, покушала, сколько ей надо, захотела, попила, захотела, полежала, снова пошла есть, и у ней идет непрерывно. А на пастбище она ей еще должна этот корм отыскать. Там ведь не всегда... Отбиться от паутов. Да, не всегда ведь трава такая по пояс или какая. Вот а если хорошо, она по пояс, она еще и грубая тогда может быть. Это хорошо для вас. Да. Это хорошо для бизнеса. А для меня, для потребителя, качество молока в зависимости от способа Светлана, кормления... Светлана, травостой, который коровка приходит на поле и кушает, он тот же косится. То есть он в организм-то приходится тот же, только в другом количестве. То количество молока... которое сказал Борис Ананич, коровка, если будет пастись, она не выдаст, она не может скушать. Вот, если это она я это поняла. Теребит. Поэтому травостой, который но используется... Но там все белки, жиры, углеводы и витамины, вот тот которые травостой, да. У нас же остаются. Требования, у нас же ГОСТы есть, угу. Да, то есть ты не просто молоко, не вода же это, да, это молоко с хорошей жирностью, с хорошим белком. У нас же очень высокие требования для... У переработчиков молока, которое закупает, у них требования очень высокие. Поэтому здесь, смотрите, еще раз в голове. То, что коровка получает, она получает тот же травостой, но только в большем объеме. У нас остается до завершения этого часа 6 минут, поскольку мы должны будем отпустить Владимира Валентиновича и Алексея Алексеевича. Продолжим еще с коллегами говорить и о стадах, и о кормлении. Мы анекдот и не рассказали.
Анекдот как про зеленые очки. Да. Подожди, это в конце. Нам сейчас нужны цифры, потому что нам нужно понимать, есть ли у нас какие-то цели там, на ближайшие 3-5 лет, которые ставит перед собой правительство или хозяйство, да, в сельском хозяйстве, вот именно в племенной работе и по молоку. Потому что мы видим, что по всей Кировской области сейчас строятся гигантские фермы, просто мега-фермы. Да, это значит, что у нас будет увеличиваться поголовье. И перерабатывающие комплексы. И перерабатывающие комплексы. Мы не будем говорить, что по всей Кировской области строятся мегафермы. Строятся фермы. Но слово «мега» не для всех. Тот проект, который есть в Немском районе, который сейчас начинает реализоваться в Малмышском районе, да, это мегафермы. Но в принципе, да, у нас фермы-то основные там 400 голов, 500 голов. Вот такие строятся. Это не мегафермы. Строятся, реконструируются. Это непрерывный поток идет. Ну, Светлана имеет в виду, что процесс идет, да, и количество ферм и поголовье, соответственно, увеличивается. В Малмышском районе сейчас, да, я насколько понимаю, строится. Все-таки, какие сейчас задачи стоят и по племенной работе в Кировской области, да, и будем ли мы справляться своими силами, как это делали до сих пор, или мы смотрим еще куда-то на ближнее и дальнее зарубежье? Ну, безусловно, я так считаю, что увеличение продуктивности, оно, конечно, будет в дальнейшем зависеть от селекционной работы. Я думаю, что приобретение скота, вот тех нетелей, о чем мы говорили, из-за рубежа, его и в дальнейшем не будет. Мы здесь сосредоточимся на покупке семени. Или это будут региональные поставщики, которые есть внутри Российской Федерации, внутри нашей Кировской области, Кировплем обладает прекрасным семенем, и та продуктивность в пределах 8-9 тысяч мы можем обойтись даже собственным материалом. Я бы хотел добавить еще, вот мы много говорили там про зеленую травку, но ведь она, травка-то, корм-то не сбалансированный. Зацепила. Не сбалансированный. И на производстве есть понятие управления стадом. Это не значит, вот куда оно пошло, влево или вправо, а как его содержать, чем его накормить, как вовремя покрыть, как вовремя отелы прошли, понимаете, вот это целая выстроена технология, которая просто-напросто, вот если зеленая травка, это опять выпас, это ну просто возврат в средний век. Не уговаривайте такого меня. Уже убедили, быть. Я понимаю, конечно, то есть мне важно быть как потребитель, что качество молока, которое получаю при таком способе кормления, оно 100% соответствует всем требованиям, да? Гарантированно, Светлана. Конечно. Необходимо. И далее вот про пейте то, молоко. О чем мы говорим, чтобы увеличить объем производства, мы, поскольку собираемся работать дольше, соответственно, мы должны питаться более качественно. Хотя мы в Российской Федерации, Кировской области и так потребляем молока, но нам нужно подойти еще к большему потреблению. Это пища здорова. Поэтому задача, конечно, увеличения объемов, она стоит. И у нас она есть концептуальная программа «Миллион тонн». Если мы сейчас доим 1700 с небольшим, чтобы иметь миллион, нам надо доить 2700 и вот сутки. Здесь как раз эта работа имеет в том числе, очень большой вес. Вот Алексей Алексеевич называл, 80% у нас элитного скота должно быть, как, допустим, в Ленинградской области, там уже за 90. Это путь к увеличению продуктивности. А по России, мы видите, у нас там цифры вообще даже не пляшут. Поэтому есть огромный потенциал. И, конечно, нам нужно будет его использовать. У меня вопрос все-таки. Есть же физическое, физиологическое ограничение по объему производства там, молока одной коровой. Молока? Да, то есть, а сколько корова дает молока? 10 тысяч. Пределы? Это предел? Или за границей есть гораздо более эффективные животные? Здесь мы все-таки отталкиваемся от экономики. Мы любые семинары проводим, мы не говорим об увеличении продуктивности. Продуктивность – это технологичность. Мы говорим об экономике. То есть, чтобы больше корова давала молока, значит, ее надо балансировать корм. Потому что она выдаивается, все микро-макроэлементы из нее выносятся с молоком. И здесь стоит вопрос, насколько там рентабельно. 9, 10. Поэтому здесь больше 10 тысяч продуктивности не будет. Там получается очень, оно уже и дорогое. Поэтому мы, когда говорим о качестве молока, вы спросили вопрос, а дальше нам надо его балансировать, то есть и экономика. Поэтому 10 тысяч – это как бы вот наш предел, к которому мы подойдем. И на сегодняшний день, как-то я сказал на пресс-конференции журналистам, что у нас уже большинство хозяйств европейского уровня ведения. Ну, там немножечко в интернете меня там покритиковали, там, что попало, говорит. Нет, нельзя крестьян так как бы называть. На самом деле у нас учет с Европой разный.
Мы говорим о периоде, там, круглогодичный расстел, то есть надой на корову, а в мире принято на период лактации. Поэтому это разные достаточно очень вещи. Поэтому мы на самом деле, у нас сегодня в области технологии собраны со всего мира лучшие. Не надо нам никуда за рубеж ездить. Скот у нас свой, адаптированный, хороший. Только дальше будем работать над этой темой. Алексей Алексеевич, да, есть ли научная база и научные институты? Вот завтрашнее совещание, оно же обмен как раз опытом. Ну, да. А есть, да, кадры, да, есть наука, которая подсказывает, как, куда дальше двигаться именно российская. Естественно, у нас сельхозакадемия, здесь кадры готовят. Естественно, завтра будет у нас участвовать и головной центр, который в Москве находится, и там и институты. Да, тут завтра будет вместе с наукой. Задача-то государством поставлена как раз, чтобы, и как президент говорит, прорыв мы должны сделать, в том числе это для России. Мы-то как бы уже давно впереди. Конечно, госпрограмма продолжается. Финансирование идет. Да. Мы обязательно поговорим во втором часе еще об одном очень важном вопросе, который сейчас обозначим, во втором часе раскроем. Это обеспеченность кадрами. Обеспеченность кадрами в этой работе, потому что... Давайте я в следующий раз к вам приду и на всю область расскажу. Потому что на самом деле самый тяжелый вопрос – это кадры, и как с ними надо работать, и как мы работаем, и как выстраиваем с учебными заведениями. Не откладывая долгий ящик в начале сентября. Договоримся об этом. Начало учебного года – самое то, чтобы об этом говорить. Народ должен слышать и понимать. Спасибо. Алексей Котлячков, министр сельского хозяйства Кировской области, Владимир Яговкин, депутат УЗС, председатель комитета по аграрным вопросам, Борис Ожегин, руководитель СПХ имени Кирова. Борис Ананич с нами еще на некоторое время останется во втором часе. Обязательно придут к нам ФАТ Хайрулин и Виктор Михеев. Сейчас прервемся на новости, тематические программы и рекламу. Вернемся в начале следующего часа.